Областной суд города Старозагор оставил в пятницу под арестом гражданина России Сергея Заненко, задержанного в Болгарии по подозрению в промышленном шпионаже, и двух членов его семьи, жену и сына, являющихся гражданами Литвы. Об этом сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Болгарии Владимир Чертков, который присутствовал на заседании суда. Суд Старозагора принял в пятницу решение оставить Заненко и членов его семьи под стражей. Это решение будет обжаловано в апелляционном суде Пловдива, сообщил Чертков. Газета «24 часа» сообщает, что судья согласился с мнением прокуратуры о том, что ученый-оружейник, который руководил направлением «Кумулятивные боеприпасы» на болгарском заводе «Арсенал», оставшись на свободе, может скрыться от следствия и покинуть страну. Сам ученый обвинение в свой адрес категорически отрицает. О задержании россиянина 7 октября сообщила областная дирекция полиции города Старозагора. Отмечалось, что 24-летний гражданин Литвы и его 59-летняя соотечественница, а также гражданин России, работали на военном заводе «Арсенал», а их деятельность была связана с инновационными технологиями, обеспечивающими выпуск продукции. Все они были задержаны 5 октября по итогам спецоперации на границе с Грецией после поступления информации о пропаже с завода изделий и документации, представляющих интерес для болгарских и зарубежных компаний. Часть документов по утверждению следствия была обнаружена в машине подозреваемых. 17 сентября трое иностранных сотрудников завода были в отпуске, из которого на работу не вернулись.